Просто факты. Люди сейчас продают почки для того, чтобы купить дом и оплатить кредит. И в то же время во многих странах сейчас печатаются дома просто на 3D-принтерах. Дети на Гаити сейчас едят глину, в то время как есть технологии, которые позволяют в Арктике выращивать продукты и урожай в 30 раз больше обычного. На расходы сотрудников ООН ежегодно тратится 3,7 миллиарда долларов, в то время как беженцам зимой в палатке выдаются обогреватели, а там нет даже электроэнергии. Помощь? Тупо для галочки. В Нигерии молодых девочек заставляют беременеть, а их детей потом продают на органы. Там действует целая человеческая ферма, в то время как уже есть технологии, которые просто печатают органы. Мы можем вложить деньги в развитие таких технологий, и тогда органы будут доступны всем, а наших детей не будут разбирать на запчасти. Вы услышали факты. Да, они печальны. Все потому, что в системе потребительского формата человек просто расходный материал. Но есть и хорошая новость. Неравнодушные люди поняли, как изменить систему, и уже объединяются. Мирно и быстро создать мир, где ценятся наши жизни. Как к нему перейти? Что для этого нужно? Как ты можешь поучаствовать в процессе?